я тут хожу, брожу по зоопарку, то есть у меня будет тут куча серий, и вот я набрела на Gorilla Forest. Это, значит, лес, там, где обитают гориллы. И вот это какая-то деревня тут якобы. Очень даже интересная, красивая деревня. Колоритная. Особенно мне нравятся вот эти вот такие вот домишки интересные. Знаете, как так сделали специально, как будто бы штукатурка уже осыпалась. Вот там шторки подвесили. Шикарные такие. Вот это кафе такое. Туалеты тут в таком вот интересном помещении. И сейчас хочу показать, вот детская площадка. Так, тут можно в этом павильончике покушать, что-то купить в той кафешке, что я вам только что показала. И смотреть, как ваш ребенок тут играется. И кушать. Я приближаюсь к гориллам, и здесь очень-очень красиво. Сами посмотрите. Там водичка, там ручеек. Вот для детей сделали вот такую вот штучку интересную из искусственных веток, искусственных листьев. И там можно телевизор посмотреть. И вот сейчас Манюня идет туда посмотреть. Вот она заглядывает с интересом. Пока что я увидела только одну единственную гориллу. Вот видите, она такая вот задумалась. Может, она устала. Хотя я не знаю, на это ли он. На девочку похоже. И вот ее комната со всякими развлечениями. Я так понимаю, им холодно сейчас. Их всех загнали в комнатки для зимовки в зоопарке. Оказывается, я ошибалась. Они еще с удовольствием гуляют на улице. Ну, вернее, никак не на улице, а наружу. И вот, смотрите, он от меня отвернулся. Он вообще даже, наверное, меня смотреть не хочет. Надоели ему посетителей. Боже мой. Ой, я вообще первый раз вообще в такой вблизи вижу лицо гориллы. Посмотрите. У меня сегодня какой-то прямо... Удачный день такой. И сегодня животных посмотрела прямо вблизи. Смотрите, какая красота. И насколько они похожи на людей. Это просто изумляет и поражает. Руки, все. Знаете, даже вот фигуры у этих эйпов. По-английски обезьяна — это та, что с хвостом. А эйп — это вот то, что мы называем человекообразной обезьяной. На меня смотрит, мне же страшно. Но все прямо, ушки, шейка, все. Так вот, фигуры у них, вы знаете, вот если это, так сказать, мужская особь, так это такие широченные плечи. Если женская, то уже будет расширение совсем в другом месте, в нижнем. Все прям как у нас, как у людей. Так, все, я не могу отсюда дойти, не могу от него оторваться. Я вообще считаю, что вот это вот сейчас у меня идет самая удачная съемка за целый мой день. Я еще так близко к горилле никогда не приближалась. Посмотрите. И он такой прямо омудренный опытом. Интересно. Такие руки, гляньте, ногти, складки даже на пальцах. Ну все прям как у людей, а?
А я уже там рассказываю, как их загнали на зиму в помещение. А он тут сидит, наслаждается солнышком. Вот так вот светомисто выглядит, где гориллы гуляют. Видите, там он построили из деревьев такие какие-то сооружения. А здесь вот такое вот помещение, в котором мы находимся и наблюдаем за ними.